Ну все, выбрали вот этот мы рисунок с внучкой. Она хотела, почитала другой, но я все-таки посчитала, что вот этот вот, который будет абсолютно на все пяльцы, это будет интереснее. Устанавливаем его. Так, первая нить у нас идет вот такой вот цвет. Причем вот почему-то нет названия цвета. Сейчас я это все установлю в настройках, чтобы было название цвета. Мне вот когда номер, мне это так вот ни о чем не говорит. Вот хочу показать сенсорный счетчик. Таким он будет только один раз. Вот. Другой раз он таким уже никогда не будет. 0-0-0. Забыла шпульную нитку намотать. Пришлось снимать опять пяльца. В общем, сделала я. Посмотрела я. У меня есть намотанный много бобин фил, но я боюсь, что там немножко другого размера, не дай бог, окажутся эти вот внутри бобинки. И тогда будет дело плохо. Потом я разберусь по размерам, как, какие они, те нити. Пока что возьму ихнюю фирменную стандартную. Так, ставим наматывать. Не знаю, как поставлю здесь внизу. Не ставится туда. Так, сейчас будем разбираться, как ее здесь установить. Так, вот отсюда она идет. Вот сюда, вот так. Стоп. Как? Ага, мы сначала ее вот здесь вот закрепляем. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Достаточно. Так вот она отрезается. Так, далее она идет у нас. Так, вот сюда продевается. Так, вот сюда. Так, далее она идет вот сюда и вот сюда. Так. Угу. Куда? И на намотку или сюда? Ну, в общем, я не поняла. Ну вот, разобралась я, как должна эти нить. Так, вот сейчас мы ее будем наматывать. Так. А, вот это сюда. Так, и надо что-то включить. Наверное, пуск. Используйте кнопку подъемника. Так, и причем тут у нас подъемник? Мы хотим намотать. Так, придется читать инструкцию. Не разобралась.